Девочки, всем доброе утро. Мы начинаем новый блог, новый день. И сейчас мы едем на какое-то представление, что-то связано с самолетами. Будет какое-то шоу, что ли, или что-то такое, я не поняла. Сейчас ждем друзей, они должны за нами заехать. Поеду я, Вера и Никулька. Посмотрим, что это такое. Я помню то место, я с папой там была. А вот тут мы припарковались, где вот эти все торчат парусники. Ну мы парусник отставили там, а запасную тут припарковали. А потом посидели и такси за... А вы плавали? Да. Плавали? Для меня как раз. Для меня тоже. Я думаю, два. Стоять 8 часов не хочется. Ай, был палатки. Посмотри, как в сапогах. И не жарко будет. Move, girl, please. Самое главное, захочешь выехать раньше, никогда не выйдешь. Да. Да вы что, мы тут зависли на целый день, что ли? Теперь, да. Девочки, смотрите, сколько машин. С минут 20 тут искали, куда мы сюда поставить машину. А это тоже летает, да? Давай я тебя. Да у меня
есть уже. Хоть фото. Там народ просто много. С Никой. Ага. Oh, at the intersection, our pedestrian walkway with personnel that will answer all your questions. There's about 50 or 17 models over there, at least, maybe more. Там ничего не видно было. Дай-ка я тебя. Give him a big wave. It is very noisy inside that costume. Yeah, yeah. And he loves to see the animation. Your hands over your head. Team McNeely, creating your own weather pattern. Ага, летающий. Где правда они? Thunder and lightning. And like last time, a lot of weight. Thank you to the city of Stuart, the great people that are on board, making this event an annual event for you, making it easy for your friends and family to enjoy a family weekend out. Thank you to the millions of the market and the ocean, the media, I'm living life. Thank you to the ministry. Хочешь фотографировать с ним? Ник, иди садись. Company, Smokehouse and Grill. Thank you to the Stuart and Jen Zemmer. Перекусить. While we're enjoying that restaurant, we have a great chef for a high-end country club. He's changed professions now. He's an aircraft technician and an aircraft pilot. On the way up, he will hesitate 6 times and then stop the aircraft on a 6 points of an 8-point hesitation roll. Then he will see a 3-quarter roll on the descending line. Then he will recover the hard way in better flight. So when will we get that? Now, out of World War I, maneuver designed by Max Immelman as a way to engage in combating the happy advantage. In Immelman, half lead and one half roll, with an out-of-class backward. On the very top, now maneuver. Какие-то игры, еда, сувениры. Полеты. Бесплатно, а есть, которые платно, там доллар, $2. Там шлем еще одеваешь, а здесь без шлема. Давай нас сестрой. А, ну там все равно, что там? Там все много. То есть, чтобы внутрь войти.
jump over, and then they got to climb the bank real fast like that. Yeah, it's pretty neat. Зайти бесплатно, а выйти платно. А смотри, они вот, смотри, стоят. Вон да, туда, это туда, да, а нам это... вон туда. Но мы хотим туда стоять? Нет, стоять мы не хотим, однозначно. Хотя мы здесь стояли. Как бы и все, и выходим. Там еще что-то... Да. Белая майка просто красивая очень. Я хотела вам показать. Это самый-самый старый часа где-то, да? Ну, достаточно нормально. Сейчас перерыв в самолетах этих. На камеру не видно ничего, они там малюсенькие, да? Но сам факт, конечно, прикольный. Вот, что я могу сказать? Здесь продается пиво. Из алкогольного только пиво, да? Но там есть пиво такое слабенькое, да, 4 градуса, а есть такое, знаете, 6 градусов. Все, не больше. Все приходят со своими стульчиками и садятся, спокойно пьют, кушают очень много еды. Американцы сами по себе, они очень полные люди. И здесь вот я, да, как бы 50-го размера, да, там, я считаю, сидим очень. Моя сестра вообще дрища. Вот, и что здесь, девочки, ну вот сколько мы здесь, ни одной соринки. Вот у кого-то что-то из рук вылетает, я вот неоднократно замечала. И тут же он бежит за этим мусором, берет в руку и держит там, и несет куда-то, да? Нет, ни одного. Здесь пиво разливается вот стаканы. Ни одного стакана. Девочки, реально просто, ну, ни одного стакана я не заметила. Вот, очень чисто. И здесь бы у нас бы уже бы, ой, у нас бы уже бы, здесь было пьяный дебош.
ну и так далее, и тому подобное. Ну, знаете, да? Спокойно сидят, все пиво пьют, кушают, закусывают. То есть, ну, конечно, это небо и вода. Здесь спокойно, все радуются, все машут. Никто не приходит сюда, чтобы нажраться. Все приходят сюда, чтобы провести культурное время и немножко расслабиться. Вообще. Девочки приехали с Саус-парка, называется, типа как у нас ботанический сад. Вот, сейчас идем покупать билеты. Кстати, билеты на аэрошоу стоило 25 баксов на одного. Ой. Короче, где-то 20-25, потому что мы за 75 баксов отдали за троих взрослых и одного ребенка. Вот, и... А здесь, по-моему, 10 долларов стоит. Не знаю, еще сейчас посмотрим. Пиво там стоило по 6 долларов. Ну, что-то дороговато по 6 долларов. Но это, простите, массовое мероприятие. Не знаю, с собой можно было взять? Воду можно с собой. Вы сейчас пока доехали, сейчас ехали, у меня поспала так. Кафе, пожалуйста, туалет. Прошли? Давай я тебе сейчас вот это. Давай, давай. Что это типа лилии, это только не лилии, да? Ну они как, они кувшинки. Хочу кувшинки. Да. Они уже вот такие. Да. Всего-то 18. Пойдем, если я тебе покажу подснежники. Угу. Подснежники, да. Здесь есть? Охренеть. Вот подснежники. Да. А-а-а. Настоящие подснежники. Подойди поближе, как фотографируй. Здесь редкие цветы. Как здесь? Вот, смотри, распустились эти кувшинки. Да. Ника, иди сюда пока. Потом по этой пойдем. Иди подойдем сюда. Здесь классная фотка. Да. Бамбук. Бамбук. Не получилось? Я сломала. Сломала? Видите, какие-то стычки. Прям какой-то живой, какие-то стрекозильки. О, русские, по-моему, что-то тоже какие-то. Слышу, мама, подключи. А, нет. Ну-ка, Ник, сделай еще раз так.
Камешек сделали, а здесь стеклышко. А, иду. Прошла такая мимо и забыла снять, пока мы тут сфотографировали. Приходите еще. Стеклочки. Какие-то стрелки. Цветочки интересные. Ника, ты что делаешь-то? Место себе освобождаешь? Да, тут я не хочу. Нет, там ничего нет. Пойдем туда. Там там. Вот на почти каждый день вот такая вот штука. Я не понимаю, что это. Музыка играет. Фонтан, наверное. А смотри, какие кувшинки другие. Да. Вот здесь, видишь? Да, да. Как тарелочки. Да. Я особенно кушать хочу, у него сейчас все. Кастрюли, тарелки. Что это такое написано? Вот это слово. Тауэр это... Фонтан? Нет, это... Вода? Строится какая-то площадка для детей. А что? Да. Они строят корабль для тебя. Будешь потом ходить и купить тебе ремонт-маршрут. Это вот за 40 это. Долларов. Да, вот это. Да. И вот это корабль. Вот это. Так, куда дальше идем? Сюда или туда? Сюда, 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 сюда. Туда, а потом вернемся, да? Или как? Не знаю. Бег да, туда? Туда все. Туда, да. А, ну пойдем. Вот смотри, бамбук упал. А что бамбук? Вот там. Ну тащи тогда, бери, тащи. Ты сначала допрыгни. Я тоже хочу, Ник, бери, тащи. Не? Нет? Нет, нет. А ты видел, какие сосиски нет. большие? Вон, посмотри. Да. Вот такие вот. Ну нет. Сейчас нет, по-моему. Да. Нету. Девочки, если честно, мне так все кажется, все настолько обычно. Я очень соскучилась по мужу. Прям очень уже неделя прошла. Я очень скучаю, хочу домой. Я уже жалею, что взяла на 2 недели. Надо было на 1 брать неделю. А, мы же здесь зашли, да? Мы зашли вот отсюда и пошли туда. Вот здесь были крокодилы раньше. А сейчас тут чего-то нет. Ну что, лезть фотографировать? Все 5 часов, чтобы все выходили. Какие-то. Почему не так много? Не знаю. Слышишь, корни растут вниз. Угу. Маленькие-маленькие экзотические орхидеи.
А это домик? Сейчас тебе дам по шее. Никогда здесь не было? А с 5 лет живет и никогда не было. Они с 5, что ли? Все, девочки, выходим. Мы смотрелись. Это извинения. Пушистенькие. Ага. Время, наверное, 5 это, да? Не знаю. Сколько? Девочки, приехали покушать в греческий ресторанчик. Сильно устаю. Знаю. Руки зашли, помыли, и хотим мы на улице посидеть. Салат тоже. Салат и рис. А почему тут бог нарисован? Чтобы охранял. Девочки сейчас рассказали, что у них тут есть солярий, и очень много народу ходит в солярий. Да? В стране, где круглый год солнце, да? Сейчас трубочка вылетит! Очень много людей, которые ходят в солярий. Это очень странно. Девочки, принесли салат. Я не плачу больше ни разу. Мы сидим, ждем остальное уже минут 10. Хорошо. $40. Ребенок рисует. Я не знаю, зачем ты платишь 120. Подожди, это твое. Не, да? Это ее. Это Лизина? Да. А мы будем все есть. Нет. Лиз, тоже что-то есть. Очень много у тебя, Лиза. Yeah, we can put it. Thank you. Something like it? Yes. Девочки, смотрите. Всем приятного аппетита. Пренебрежь самому, ну, Козьме? Козьме?